14-й международный туристический. Сегодня в Крокус-экспо завершился форум «Интурмаркет». На площади 28 тысяч квадратных метров разместились экспозиции почти всех регионов России, более 50 стендов иностранных государств. Серпухов тоже принял участие в выставке. Чем привлек гостей форума наш город, расскажем далее. Интурмаркет – значимое событие в мире туриндустрии. Каждая страна или регион, участвующие в форуме, стремятся привлечь внимание партнеров и инвесторов. Здесь туроператоры ищут новые перспективные направления. Сюда стремятся попасть все, кто так или иначе связан с туристическим бизнесом. Наш город успешно представил Московскую область на международной выставке. Участие городского округа Серпухов на данной выставке позволит приобрести новых партнеров, поскольку на этой выставке принимают участие различные представители туристических агентств, туристических компаний, средств коллективного размещения, сферы гастрономии, другие представители туристического направления. Позволит презентовать направления и услуги в сфере туризма, которые оказываются на территории нашего городского округа, самой масштабной аудитории. Сейчас развитию туриндустрии в России уделяется большое внимание. Существуют амбициозные планы по продвижению отечественных туристических продуктов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на торжественной церемонии открытия форума «Интурмаркет». Наша задача – открыть Россию для россиян и гостей нашей страны. В настоящее время реализуется очень серьезная федеральная программа поддержки туриста. Мы поддерживаем конкретные дестинации для того, чтобы инфраструктурно помочь бизнесу прийти, создать новые продукты, создать новые услуги. Серпуховский стенд вызвал большой интерес со стороны участников и посетителей форума, ведь нам действительно есть чем привлечь туристов. Древние монастыри и храмы, историко-художественный музей с богатейшей коллекцией предметов искусства и другие интересные выставочные площадки. Памятники архитектуры федерального и регионального значения, Приокско-террасный заповедник с зубровым питомником. К этому списку можно добавить масштабные событийные мероприятия, гастрономические, этнографические и реконструкторские фестивали. Инфраструктура в городском округе также соответствует самым требовательным запросам. Точки общественного питания, отели, развлекательные центры, магазины на любой вкус, в том числе и с сувенирной продукцией. Есть и свой гастрономический бренд «Сдобный рогалик-серпец». В общем, все, что нужно даже самому привередливому туристу. Серпухов – отличный вариант для тех, кто ищет, где интересно провести выходные. Благодаря участию в форуме об этом узнало большое количество туристов и туроператоров. Я уже вижу этот эффект, я уже вижу заинтересованность людей, обмен контактами, обмен информацией. Мы только успеваем что давать контакты, принимать визитки, консультировать по поводу той продукции, которую мы производим. Серпухов на форуме «Интурмаркет» показал из себя и с творческой стороны. Для участников конференции выступил образцовый хореографический коллектив «Веселая карусель» Дворца культуры «Исток».